Выдача полисов ОСАГО может возобновиться в ближайшее время. Напомню, 26 мая Центральный банк России ограничил действие лицензии компании «Росгосстрах» на полгода. Причиной послужили многочисленные нарушения компании законодательства и массовые жалобы клиентов. Компания отказывалась заключать автовладельцами договоры ОСАГО, лишала их законных скидок за безубыточность, навязывала дополнительные услуги. Эти нарушения носили массовый характер. Сегодня компании запрещено заключать новые договоры ОСАГО и вносить изменения в действующие, но они обязаны по-прежнему принимать от клиентов заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства по ранее заключенным договорам ОСАГО. Стоит отметить, что в Ненецком округе львиную долю полисов автогражданки, больше 70%, оформляли именно в Росгосстрахе. Ежедневно в филиале выдавали до 30 полисов. Ситуация с выдачей страховок в регионе может стабилизироваться в ближайшее время. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Валерий Чупров провел переговоры с филиалом Росгосстраха в Архангельской области и генеральным агентством на Ринмаре по решению вопроса страхования автолюбителей. По заверениям представителей компании, к концу недели ситуация стабилизируется и выдачу полисов ОСАГО возобновят. В четверг либо выйдет вестник Банка России, которым будет отменено приостановление действия лицензии, либо филиальная сеть ООО «Росгосстрах» будет оформлять полисы от имени головной компании открытого акционерного общества «Росгосстрах». Всего в Наринмаре выдачей полисов ОСАГО занимаются две компании – это представительство «Росгосстраха» и «Капитал страхования».